Надо ребятки сказать, что холодно, ничего не сказать. Я иду в магазин. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Иду в магазин снимать видео с ценами, со всем остальным, что я буду покупать. Так что не переключайтесь. Вот это я за контентом иду в такую погоду, короче. За контентом. Смотрите, зашла в магазин в Кастро одежды. Вот такую футболку белую. Обычно она такая, знаете, как типа летучая мышь, широкая и на работу. Ничего, такая красивая футболочка. Можно ходить. И сейчас еще одна. И черная такая футболка. Тут такая супервумен. Нарисована, тут что-то написано. Там сзади тоже еще надпись. Такая прикольная футболочка. Вот я. Мне нравится. Коротенькая, видите? Хорошая. Так что беру вот такую футболочку. 30 шекелей стоит футболка. Сейчас все у них по 30 шекелей. Вот опять футболка 30 шекелей. И это тоже футболка 30 шекелей. Хотя на ценнике тут 50. А на вот это сейчас скажу сколько. Видите, вот там 50 шекелей, 49,90. Тут вот 80 шекелей. Вот такая, тут сзади еще вот Wonderdome. Ну, вот такой, короче. Пойду, оплачу эти две футболки. Сейчас купила я, видите, все-таки эти две футболочки. 60 шекелей мне обошли. Две футболки такие. Так, ребятки, зашла в магаз, смотрите. Что у нас тут? Помидорчики по скидке. Вот, ананасик. 23 шекеля за штучку. Нормально так. Айва, уже нектарин появился. Шизики. Виноградик. Виноградик я, наверное, возьму. Уже очень он красивенько выглядит. А вкусный ли он, не знаю. Надо попробовать. Не очень вкусный. Такой есть виноград, такой пробовать не буду. Огромный. Зелень рукола появилась. А почему она цены не вижу? Теперь даже цветы есть. Лилии, вот эти красивые. Морковка, мне нужна морковка. Смотрите, какой огромный выбор сыров. Есть таких, косичка даже. 12-13 шекелей стоит такая маленькая упаковочка. Сыры, не понимаю ничего, что написано. Я беру сливки. Правда, 38 нету процентов. Беру такие, какие есть. Йогурт и сметанка. Все есть. Пойдемте на хлеб. Хумус. И мне надо хлеб купить, потому что скоро Песах и вообще хлеба не будет. Поэтому берем пока есть замороженные овощи. Так, с хлебом, конечно, тут тяжелее обстоят дела. Потому что я не знаю, какой я хочу хлеб. Такой, как я хочу, нет. Как я не хочу есть, я не знаю, что мне делать. А надо какой-то выбрать. Видите, 6,90 это самый дешевый хлеб. Вот этот 6,90. Он такой бело-серый, непонятный, тоненький. Это 2 доллара. А мне нужен другой хлеб. Не знаю, такой может. Я семечками не люблю. Есть и такой, видите, вот багеты. Есть, по 9 за 2. И такой хлеб есть. И питы. Горячие. Блин, я так люблю горячие питы. Сейчас, наверное, питы возьму лучше. Вместо хлеба. Горячие, я просто обожаю их. С хумусом. Вкусняшка. Сейчас я вам хумус покажу. Хумус, хумус. Видите, столько их видов. Всяких просто. Я люблю вот этот только. Вот этот хумус я люблю. Вот с такой зеленой штучкой.
Салатики разные, все, что хотите. Ну, такое. Я их не беру. Когда-то брала такое, ничего вкусненькое. Или такое. Что-то я брала с вот этих овощей. На него скидка. Может взять такой себе перец. Видите, еще вот такие сыры. Видите, в рассолах сырные массы какие-то с разными вкусами. Сырки шоколадные у них даже. Вот такие. Какой выбор. Смотрите, что есть на таких отделах. Томатная паста, томаты собственного соку. Вот такие эти есть. Грибочки маринованные. Кстати, я никогда не пробовала их. Кукурузка есть. Вот это я не знаю, что вот это такое. Если вы хотите, давайте устроим такую, типа, на коротких видео. Я буду брать такое, покупать. Не знаю, что. И пробовать, и вам рассказывать. Вот я не знаю, что это такое. Мне интересно его купить. Там ананасы, персики, личи, яблоки, пюре какое-то. Яблочное, тут горошек, все такое. Вот, опять-таки, я не знаю, что вот это такое. Вот, что это. Хотели бы вы такое, чтобы я попробовала? Я куплю. Ой, это лучок. Маринованный лучок, маленький. Вот если вы хотите, чтобы такое я брала и подкрывала и пробовала, может, принесу в офис, с Мариком попробуем. Вот. И снимем видео. Вот оливки есть всякие разные такие. Вот листы для голубцов я покупаю вот здесь. Видите? Такие оливки есть. Вот эти корнишоны или что это такое? Посмотрите, свинежопчи шарики. Я сегодня в такой пайте. И тут свинежопчи. Мой отдел с шоколадками. Линд, кстати, вот по скидке. Скидка 4 шекеля аж. Прикольно, прикольно. Хорошая скидочка. Посмотрите, разные конфетки есть такие. Может, вы тоже захотите, чтобы я там взяла, попробовала что-то. Что я еще не пробовала. Ну, тут мало, конечно, осталось такого, что я не пробовала. Но все же. Я это пробовала, это пробовала, это пробовала. Скитлс пробовала. Все пробовала тут. Вот такое не пробовала, кстати. Дрожжи. Там их что, 3 штуки, что ли? Сколько грамм? Не могу найти, сколько грамм на упаковке. 90 грамм. Вообще. Ни о чем. Хотела киндеры посмотреть, какие тут серии. Но ничего интересного в серии нету. Такие животные вот. Поэтому я не буду покупать. А с Гарри Поттером вышла серия киндеров. К сожалению, тут нет таких. Большой Макси. В Израиле вот нет обычных, как мы привыкли, кукурузных палочек с этим молочной, знаете. Вот бамба есть всякие, вообще есть не палочки, какие-то макароны сушеные есть. Вот такие трубочки разных видов. Все есть разное прям. Ну, кстати, тоже можно их попробовать, знаете, на видео. Это с перцем вообще, наверное, острые. Вот, самые обычные, как бы, палочки, это вот эти вот. Они никакие, честное слово. Ну, вроде как и вкусные, но и невкусные. Вот, это какие-то тоже, я не пробовала такие, кстати. Вот видите, разные есть, с шоколадом, что-то там. Вот эти такие есть, я тоже их, кстати, не пробовала. Но именно, чтобы молочные были, как наши, знаете, молочные, нету. Вот такие я пробовала, сырные. Ничего, такие прикольные. Чипсы вот тоже. Нету ничего такого вкусненького, знаете, чтобы прям вкусное было. Вот это я не знаю. Есть разная вот такая гадость. Вот это вот зубы можно поломать. Вот макарон. Вот просто макарон засушенный. Сваренный и засушенная специя.
Не знаю, как такое есть, можно едят же. А тут уже более такие полезненькие, знаете, снеки. Вот. Тоже можно покупать и есть. Такие вкусненькие палочки, вот эти вкусные. Вот эти тоже палочки, ничего, такие вкусные. Много зелени в этот раз. Здесь и типа шпинат, мята. Это чай мятный, можно пить на работе. Пить мята есть, и спаржа. Есть все. Мяту думаю купить. Чаек с мятой пить. Топинамбур. Бабушка сюда мне копала топинамбур. Вкусненький. Лук, наверное, возьму зеленый. Лук форей, лук зеленый, мы уже здесь были. Видите, какой здоровый лук. А я попкорн взяла, кстати, на работу, чтобы на работе играть, ну, сидеть и кушать попкорн. Смотрите, микрозелень есть даже, пророщенная. Прикольно, прикольно. Раньше не было, кстати, не видела раньше. Такой большой ряд зеленых. Так, самая интересная рыба. Смотрите, какие тут цены на рыбу. Я вам показывала в том магазине, тут 100 шекелей просто. 100 шекелей. Там было по... не помню сколько. 28, 28. 34, 49. Вот такие рыбы. Я вот такие две рыбки купила. Вот они, дорадо, да? 65. А я там за 2... ну, вот две рыбы на 60 шекелей. Я там за 20 купила. Смотрите, какая разница. Огромная просто. Есть еще отдел, где все типа healthy, не знаю, ну, типа все здоровое питание, все, знаете, хотя тут тоже вот есть и с сахаром, и с маслом, крекеры разные, каши, вон эти сукразит, знаете, заменители сахара, типа сладости все полезные. Вот такой магазинчик. Ну, не магазинчик, а этот. Вот шоколадки есть без сахара. 0%. Стивия. Тут, видимо, заменитель стивия. Но не знаю, какая цена этой шоколадки. Кстати, тоже неизвестно. 11,90, наверное. Вот, хлебцы. Что там еще? Вот шоколадки, мюсли. Все это вот здесь. Овсянка. Такая овсянка, такая, в общем. Фрукты без, типа шоколадки, без сахара. Вот. Вот это что? Что это такое? Желе какое-то. Не знаю, что это такое. Похоже на какое-то желе. И цены нету, поняли? Цены нету. Тут вот тоже другие, там типа детские пюрешки, соки. Тоже печеньки, макарошки разные. Наверное, без глютена, типа. Вот такого плана. И шоколадки. Только веган, видите. Тут есть и сахар, и масло. В общем... удобно здесь, знаете, удобно то, что ты берешь любой на эти продукты, видишь, есть ли там сахар или нет. Булгур или что это такое, я не знаю. В общем, вот такой отдел тоже имеется. И тут никогда нет людей в этом отделе. Мюсли есть, эти сухие завтраки, кстати. Но знаете, в чем беда? Вот тоже сухих завтраков нету, маленькой пачки всегда. Вот такие огромные, которые... ну, блин, куда мне? Сколько я съем? Дверью праздника тут, видите, алкоголь выставили тоже. Хортица даже есть. Цена 83 шекеля. Разные вина вот. Есть и дешевые, есть и дорогие. Вот. Смотрите сами. Вот видите, 20 шекелей это... Это 7-8 долларов где-то. Вот. $7 бутылочка.
30 на кассе, покажу, что купила. Смотрите, панка, молоко, капуста, капуста, картошка, помидоры, апельсин, лук, фасоль, огурец, вот мука, красная рыбка тут, зеленый лук. Какое молоко, сливки, попкорн, сладости. Все, я скажу, что пока это все вышло мне потом. Вот так вот. Поэтому, ребят, смотрите, вот такой у меня человек получился длинный, кто умеет читать хорошо, не умеет, как я, читать плохо. Ну вот, все, что я взяла, не обошлось. 225 шекелей, переводим это в доллары, это 70, где-то 72-3 доллара. Вот так вот. Вы видели то, что я купила, да? Я не покупала мясо, рыбу, как бы такое не покупала, потому что у меня есть. Вот. И фрукты не все брала, ну как бы. Вот.